сказать, потому что мы тут не делим разные номинации, ну, назвали так традиции. Итак, решили представить наших организаторов. Департамент образования Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, Комитет по делам молодежи администрации города Иваново, администрация Ивановского муниципального района, Ивановский областной машиностроительный колледж. Всем аплодисменты. Итак, я еще раз напоминаю, у нас сегодня 11-й открытый областной фестиваль конкурс популярной музыки «Школьный рок». Популярной музыки для жюри еще раз подчеркиваю, потому что на вас ваши белые розы прозвучат. Ничего страшного, черные розы. Это первые наши шаги. Так, решите мне предоставить слово заместителю начальника. Ты мне мешаешь. Заместитель начальника департамента образования Ивановской области Ольге Генриховне Антоновой. Аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые участники областного фестиваля конкурса «Школьный рок 2011», уважаемые организаторы и болельщики, разрешите от департамента образования Ивановской области поздравить всех с праздником музыки, с праздником рок-музыки и поприветствовать в зале всех любителей популярной и рок-музыки города Иваново и Ивановской области. Председатель жюри, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Львович Шадрин, знаменитый музыкант Иваново. Начальник управления социальной сферы Ивановского муниципального района Ольга Владимировна Кузьмина. Профессиональный был, значит, член жюри, теперь от оргкомитета, и мы всегда свежий взгляд, свежую голову, свежая голова у нас. Дарья Мещерякова, уже двукратный чемпион по городам в составе джем-проекта. Совершенно забыл представить наших спонсоров. Салон-магазин «Пирамида», который в Тополе, теперь аплодисменты. Они представили приз зрительских симпатий. Ну и не представляя нашего ведущего, сегодня мы ждали больших гостей, но они и пришли. Там гитара такая стоит с пером. Я думаю, кто-то рук тянет. Я смотрю, думаю, чего вы хотите спросить? Да нет, это я просто над собой смеюсь. Вице-президент Ивановского рок-клуба Александр Юров сегодня в роли ведущего. Белова потерял. Итак, начинаем музыкальную часть нашего концерта. Это второй день фестиваля «Школьный рок». И открывает его победитель фестиваля «Школьный рок 2010» группа «Jam Project». Я не знаю.
Много.
спасибо. Жители села. А мы начинаем конкурсную программу нашего фестиваля. И открыть эту номинацию выбрала честь группе с названием «Лицей Пучеж», которая представляет, соответственно, лицей города Пучежа. Thank you.
100%, начиная от названия и кончая стилем. Как будто не прошло тех 24 лет со времен моей первой статьи. Итак, посмотрим оценки жюри. 7-7-7. Единогласно. 21 балл. А сейчас на сцену выходит команда с менее историческим названием «Тайм». Вот. Требует на русский время, но на русском как-то время, что это пам-пам-пам-пам-пам-пам, а по-английски тайм это Pink Floyd.
Thank you.
Итак, 7, 7, 8. Итого 22 балла.
Thank you.
16. Посмотрим оценки жюри. Пять, семь. Итого 17 баллов. Если бы вы знали, чего я сейчас рассмотрелся на сцене. А тем временем выходит группа Куршави, представляющая город Юрлиц. Как женщина, не наоборот. Иначе наш фестиваль приобрел бы статус международным. Представляете, группа Юрлиц, город Куршави. Это из них называется «Волки». Yeah.
Чтоб не пел. Итак, посмотрим оценки жюри. 8, 5, 8. Итого 21 балл. А на сцену выходит коллектив под названием Skyline. Песня «Трилямый». Yeah.
Посмотрим оценки жюри. 16 баллов. А сейчас на сцене появляется коллектив под названием «Спектр X». Thank you.
я, пожалуй, начну и не смею вас задерживать много. Я хочу, во-первых, друзья мои, господа, я хотел бы вас поздравить. Вот, на мой взгляд, было достаточное количество хороших заявок вокалистов и инструменталистов. Но, к сожалению, не все получилось. Вы понимаете, конкурс – это жестокая такая вещь, и от баллов никуда не денешься. Одному нравится одно, другому другое. Ну, как? Еще раз добрый вечер. Я просто еще раз хочу поблагодарить всех вас за то, что рок живет внутри каждого из вас. И за то, что иногда на вот таких вот фестивалях мы слышим его дыхание, рока. И я думаю, что нужно сказать спасибо вот от Николая Владимировича Хомского, директору фестиваля. Я перехожу уже к награждению. Я сейчас объявляю лучших инструменталистов. Выбор был очень тяжелый, и их всего три. Лучшим гитаристом фестиваля становится Корнишин Максим, Спектр Икс. Лучший барабанщик фестиваля Нестеров Олег, воспоминания о лучшем. И лучшая вокалистка Елена Князева, группа «Без нас». Прежде чем озвучить дипломантов нашего фестиваля, я хотела бы отметить следующее. Мы в нашей жизни привыкли к каким-то штампам. То же самое может быть и в музыке. Но в роке я за год своей работы здесь, благодаря Николаю Владимировичу, узнала и его группам, что в роке очень много направлений. И вот сегодня хочу отметить одну группу вокалиста с таким брутальным, красивым голосом, группу из города Юрьевца «Куршавель». Просто я вас отмечаю, что в роке, я сказала, есть много направлений. У нас жюри споры вышли о том, что где хорошо, где нехорошо. Я знаю, что таким голосом очень тяжело петь, так? Вы меня, надеюсь, поддержите. И все остальные аплодисменты города Юрьевца. Ну а теперь волнительный момент. Кто же у нас стал дипломантами третьей степени 11-го открытого областного фестиваля конкурса «Школьный рок» 2011 года? Итак, свой момент поймали группу «Лови момент». Дом детского творчества города Иваново стали дипломантами третьей степени в номинации «Традиция». Я также хочу отметить гитариста и хочу отметить вчера, к сожалению, я не сказала об этом, Сальников Владимир. Вот его хочу очень отметить. Я, наверное, он не из вашего коллектива, но занимается в вашем доме детского творчества. Так вот, я хочу сказать, что иногда оцениваешь композицию на каком-то бессознательном уровне, на фоне ощущений. Так вот, когда у тебя мурашки по коже, наверное, это и есть талант. Итак, дипломанты второй степени 11-го открытого областного фестиваля конкурса «Школьный рок» становится группа «Воспоминания о будущем» Калиновский культурный досуговый центр. И, наконец, диплом первой степени вручается группе из города Комсомольска «Спектр Икс». Ну и вершина. И вот вам лауреат нынешнего фестиваля. Группа «Тайм» Фурман. От департамента у нас нет никого внутренней политики. Вручаем вас главный приз.
комбик, ну, пожалуйста, аплодисменты. Так, и стоять с ним здесь, никуда не бегать, пока мне все бумаги. Да, что-то не сделаешь.